Рукопись книги Ольги Лукас «Метод принцесс». Книга появится где-то в течение ближайшего месяца. Я напомню, что произведение «Метод принцесс» Ольги Лукас входило в короткий список «Книгуру» 9 сезона. Это реалистичная история, в которой речь идет о детском спорте, об отношениях в коллективе. Сюжет завязан на том, что главная героиня, девочка Аня, собирается заказать себе дорогой купальник для выступлений художественной гимнастики, которой они занимаются, и вдруг обнаруживает пропажу денег. Она думает, что деньги украли, а потом оказывается, что их просто спрятали. Спрятали, чтобы она не успела их отдать руководительнице группы. И Аня начинает выяснять, кто из девочек в группе так с ней поступил. Для этого она использует такой метод принцесс. То есть это, конечно, не детектив, но некая детективная составляющая в этой книге есть. Но она призвана лучше раскрыть личности персонажей и их взаимоотношения. Книжка, на мой взгляд, очень удачная, и издается она с хорошими рисунками. И еще одна хорошая новость о произведениях «Книгуру» – это анонс книги Эдуарда Веркина «Пепел Анны». Книга выйдет в марте в издательстве «Эксмо». Рукопись книги входила в короткий список 8 сезона «Книгуру». Также была журнальная публикация повести, но вот именно книга сейчас выйдет в первый раз. Так, тут у меня на слайде ошибка, которую, я надеюсь, вы проигнорируете. Написано «Время и место действия. Наше время. Санкт-Петербург». Конечно, не Санкт-Петербург. Дело в этой повести происходит на острове Куба в городе Гавана, куда главный герой, подросток, приезжает вместе со своими родителями. Ну, родители приезжают отдохнуть и поработать, но он, соответственно, вместе с ними в такую туристическую поездку. Повесть начинается как реалистичная, но постепенно она перерастает в своего рода магический реализм. Ну или можно сказать, что в ней появляется фантастический элемент, который, конечно, не основной, просто он выполняет некую художественную задачу. Эта книга, в отличие от предыдущей, адресована довольно взрослым читателям, читателям от 15 лет и старше, я думаю. Ну, просто потому, что она достаточно сложная. И третья новость по поводу рукописи «Книгуру», которые превращаются в книги, это новость, опубликованная издательством «Волчок». Это совсем новое издательство, которое появилось едва ли больше месяца назад. Учредил его Николай Джумакулиев, которого, может быть, многие помнят по его работе в издательском доме Мещерякова, в издательстве «Эгмонт», где он занимался продвижением серии «Пестрый квадрат». Теперь он руководит своим издательством «Волчок». И первый договор об издании книг вот «Волчок» подписал с Артемом Лиховичем. Я напомню, что произведения Артема Лиховича, они входили в короткие списки целых 5 раз. В 4, 6, 7, 8 и 9 сезонах «Книгуру» в коротких списках были произведения Артема Лиховича. Дважды его произведения занимали 2-е место в «Книгуру» по результатам читательского голосования. Но до сих пор его рукописи не были изданы на русском языке. Ну вот теперь в издательстве «Волчок» выйдут какие-то из них. Ну, я, конечно, желаю, чтобы вышло чем больше, тем лучше, но там как получится. В общем, тоже в течение этого года ждем книг Артема Лиховича. Также у меня есть дополнение к предыдущему нашему вебинару о географии «Книгуру». Я хотела поблагодарить Елену Клушнину из Екатеринбурга, ну, думаю, что все вы тоже ее знаете, которая указала мне на мой недочет в прошлом вебинаре. Действительно, я забыла, пожалуй, самую географическую книжку из тех, что были в коротких списках «Книгуру». Как бы смешно это ни звучало. Речь идет о «Тайнах глобуса Блау».
Надо сказать, что когда она вошла в короткий список книгуру, меня всегда смущала эта рукопись. Почему? Потому что она хороша именно с иллюстрациями. А на сайте книгуру, вы понимаете, рукописи публикуются без иллюстраций. И такой текст без визуализации, без показа всех этих объектов, которые там упомянуты, без показа карт, он достаточно тяжело воспринимается чисто умозрительно. Тем не менее, игнорировать его нельзя просто потому, что это очень хороший, качественный, профессиональный, научно-популярный текст. Автор его Мария Пономаренко, сотрудник Государственного исторического музея. И речь идет как раз о глобусе Блау, который хранится в Государственном историческом музее. И через историю этого глобуса автор обращается к истории картографии, к истории географических открытий и вообще к массе реалий истории нового времени. Книга появилась в издательстве «Белая ворона» несколько лет назад. Ну вот, собственно, если кто-то еще не выполнил домашнее задание и собирается только приступить к нему, я хочу добавить в список вот эту еще одну книгу и извиниться за то, что в прошлый раз я ее не указала. Ну а теперь мы переходим непосредственно к теме нашего вебинара, а именно животные. Что такое для нас животные, какие сейчас есть книги о животных, почему и как мы их читаем, и какие книги о животных были в коротких списках книгуру. Ну, надо сказать, что разговор про животных может затянуться, как вы понимаете, на долгие часы, дни и недели, просто потому, что наша жизнь без животных немыслима. При этом, ну, абсолютно со всех сторон. Мы любим животных, мы жалеем животных, мы приписываем им свои качества, свои чувства, свои эмоции. Мы любуемся ими, в то же время мы их используем. Да, кто-то там в шубах ходит, которые шьются из шкур животных, это тоже нормально считается. Мы едим животных, и одновременно с этим мы их защищаем. Да, и еще мы, конечно, исследуем животных, подходим к их изучению как ученые. Это позволяет нам понять многое и о мире, в котором мы живем, и о нас самих. При этом в последнее время в отношении людей и животных происходят серьезные перемены. Вот на протяжении всех последних десятилетий идет переход от потребительского отношения к более гуманному. Нельзя сказать, что потребительское отношение уходит в прошлое. Кур мы продолжаем есть. Я сейчас совершенно не о том, хорошо это или плохо, это вот каждый сам для себя имеет право решать. Я говорю о некой общей тенденции, да, заданной общечеловеческим развитием. То есть сейчас как-то практически во всех странах понятно, что у животных есть права, их нужно защищать. В России тоже относительно недавно был подписан соответствующий закон. Во многих странах пошли дальше и законодательно запретили использование животных в цирковых представлениях. В 2013 году в Индии признали дельфинов личностями, личностями, не относящимися к человеческому роду, и запретили вообще дельфинарии. А еще раньше их запретили в Коста-Рике. Передвижные дельфинарии, но не стационарные, они запрещены во многих странах Евросоюза, в некоторых странах Южной Америки. Ну и специалисты в Хельсинки разработали декларацию прав китообразных. То есть вот эти семейства животных, дельфины, киты и разные их родственники, их сознание, их интеллект, он в последнее время как-то все шире признается. Ну и напомню, вот эта вот картинка на слайде, она не случайная. Те, кто слушал наши вебинары о медиаграмотности, я думаю, знали эту фотографию. Это селфи, которое сделала обезьяна. То есть фотограф дал ей фотоаппарат, и обезьяна сама себя сфотографировала. И это был бы не более чем забавный случай, потому что фотография получилась очень смешная и позитивная,
если бы за этим случаем не последовал многомесячный судебный процесс. Дело в том, что зоозащитники подали в суд на этого фотографа. Не потому, что он сделал что-то злодейское, а просто чтобы разобраться, а кому принадлежат авторские права на эти снимки. Вот этой обезьяне, которая сама себя сфотографировала, фотографу или никому, ну то есть всему обществу. Надо понимать, что такая ситуация могла возникнуть только сегодня. Раньше, когда за животными вообще не признавалось никакого сознания, ну, такой вопрос бы в принципе не мог возникнуть. Сейчас, когда мы считаем, что у животных тоже есть сознание, тоже есть права, и они тоже, многие признают, что они тоже даже личности, вот возникают такие прецеденты, которые многое говорят о нашем времени. Забегая вперед, я расскажу, чем закончилась история селфи-обезьяны. Все-таки было признано, что права на снимки принадлежат фотографу, но фотограф пообещал отчислять регулярно платежи в фонд защиты человекообразных обезьян. Ну вот так вот разрешилась эта ситуация. Не уверена, что зоозащитники были довольны, но вот как решили, так решили. Очень долго не могли определиться, как правильно. То есть вот такой сдвиг в отношении человека к животным мы наблюдаем. А в жизни детей невероятно много взаимодействий с животными. Несмотря на то, что урбанизация, растут города, все больше людей живут в городах, тем не менее – как бы странно это ни звучало, но такое ощущение, что зоологии в жизни детей больше, чем географии. Почему? Ну, просто потому, что они думают об этом больше. Когда они куда-то ходят, прокладывают мысленные маршруты, это чаще всего происходит неосознанно, а вот взаимодействие с животными, оно всегда наполнено эмоциями, оно всегда предполагает сознательное волевое участие. Но именно поэтому о животных дети думают больше, осведомлены больше, чем о многих других предметах. Ну, собственно, как животные представлены в жизни детей? Во-первых, информация, которую они получают в школе. И это довольно много информации, очень разноплановой. Это что-то из курса «Окружающий мир» в начальной школе. Это курс зоологии, который является составляющей частью биологии в 7 или 8 классе. Ну, тут зависит от программы. Разные учебники составлены по-разному. Я когда готовилась к вебинару, сравнивала. Действительно, где-то 2 года зоологии уделено, где-то 1 год. Ну, в общем, зависит от конкретной школы. Ну и, конечно, уроки литературы, потому что произведения о животных читаются, начиная с 1 класса. И не всегда это произведение о животных, чаще это произведение о людях, об обществе. Но, тем не менее, животные там играют важную роль, как, допустим, Муму Тургенева. Да? Мы же не можем сказать, что это рассказ о собаке. Это рассказ о крепостном праве, рассказ о сложных отношениях, зависимых отношениях множества несчастных людей. Но вот в центре этого рассказа стоит собачка Муму. И мы из рассказа запоминаем в первую очередь собаку. Кроме того, довольно много животных в дополнительном образовании. То есть до сих пор функционируют кружки юных натуралистов. Понятно, что это движение не так широко, не так процветает, как, допустим, в советские времена. Тем не менее, до сих пор, вот даже в Новосибирске, я знаю, несколько функционирует таких кружков. Очень развивается конный спорт. Есть собачьи площадки, куда дети ходят заниматься со своими собаками. Ну, то есть тоже масса применений вот таких образовательных любви к животным. Очень много взаимодействия с животными в досуге. То есть дети ходят в зоопарк, в цирк, участвуют в фотосессиях с животными. Вот неоднократно я у своих знакомых в последнее время вижу фотографии с собаками, которые вообще-то не им принадлежат, фотографии с енотами и так далее и тому подобное. То есть вот это вот тоже распространено. Хотя это постоянно обсуждается, надо так делать, не надо, или это вот использование животных не очень справедливое. Но тем не менее это есть. И это тоже животные в жизни детей. Животные, естественно, есть дома. И тут же, опять же, вот если сравнить с географией, да, на самолете
Ну, далеко не все мы летаем, и далеко не каждый год. А вот кошка есть почти у всех. Ну, и если ребенок живет в небольшом городке, или у него есть дача, или он живет в деревне, то, понятно, это еще и взаимодействие с сельскохозяйственными животными. Ну, и одна из таких новых черт нашего времени, это то, что все чаще в квартирах появляются какие-то необычные животные. Ну, вот я могу себя пример привести. У нас, например, муравьи. У нас есть домашний формикарий, где ребенок занимается разведением муравьев. Кошек нам нельзя, поскольку аллергия, ну, а на муравьев аллергии не возникает. Ну и, конечно, животные в общественной жизни, и это тоже некое новое явление нашего времени. Приюты для животных, где спасают кошек, спасают собак, помощь в поиске потерявшихся собак, когда вот эта помощь координируется через группы в интернете, помощь с прогулками соседям и друзьям за какую-то небольшую денежку. Вот это все, мне кажется, возникло относительно недавно, в пределах вот обозримых последних пары десятилетий. И чем дальше, тем она лучше развивается. Вот особенно приюты для животных, культура создания этих приютов, она распространяется по России. И приютов становится больше, они становятся лучше, они хорошо функционируют, и люди приходят помогать туда совершенно бесплатно. И надо сказать, что эта вот именно тема в последнее время отражается в очень многих произведениях литературных для детей. Но об этом я скажу дальше. А что это все значит? Вот то, что я говорила об изменении отношения к животным, о том, как они присутствуют в нашей жизни. Ну, это значит несколько простых и очевидных всем нам вещей. Ну, во-первых, это значит то, что мы постоянно имеем дело с животными. Они всегда часть нашей жизни. При этом как с биологической точки зрения, да, мы едим животных, так и с культурной. Они есть и в живописи, в литературе, в искусстве. Мы постоянно как-то что-то придумываем вокруг животных в нашей культуре. При этом отношение к животным не неизменно, оно меняется на протяжении истории. Оно движется в сторону все более гуманного, вплоть до признания животных личностями. Но понятно, что муравьев и кузнечиков мы еще очень не скоро признаем личностями. Но по поводу дельфинов, кажется, уже, ну, вполне договорились. Вообще в наших представлениях о животных очень много замешано на эмоциях и очень много замешано на мифах. Ну, не случайно, да, мы открываем, допустим, Инстаграм, а там сплошные котята. И это очень мило, это поднимает настроение. Ну, вот одно из проявлений нашего эмоционального отношения к животным. Мы очеловечиваем животных, но при этом наши знания о животных постоянно увеличиваются. У нас не пропадает интерес к этим знаниям. Мы интересуемся ими. Ну, и отчасти поэтому меняется и наше отношение к животным. Ну вот два очень небольших примера, что вообще нового в последнее время появилось. Например, совсем недавно мы понятия не имели о том, что такое иппотерапия или что такое библиотечная собака. А сейчас, ну, по крайней мере, в крупных городах, крупных библиотеках, это вот какая-то доброжелательная, здоровая, спокойная собака, которой застенчивый ребенок может почитать вслух книжку. И это будет и психологически полезно для всех участников процесса, и поможет ребенку развивать навык чтения. Ну вот еще один пример. Пример из практики клуба «Другие книги», который работает при книжном магазине «Перемен» города Новосибирска. В этом научном клубе разные художественные произведения обсуждаются с научно-популярным применением. То есть говорится о научных, мировоззренческих, философских, социальных основах тех или иных литературных выдуманных сюжетов. И один из курсов клуба «Другие книги» называется «Научный Хогвартс». То есть речь идет об обсуждении
книги о Гарри Поттере и, ну, разного рода дополнений к этим книгам, ну, всей этой вселенной Гарри Поттера. Вот, пожалуйста, такое объявление. Старшая группа научного клуба познакомится с великим и ужасным Виктором Олеговичем Пелевиным. Читаем повесть «Затворник» и «Шестипалый». Этот текст – повод задуматься о куче вопросов и выбрать один совершенно невозможно. Так что мы начнем с разговора о социуме у животных. Почему выгодно быть общественным и что это вообще значит? Возможно, разговор зайдет слишком далеко в обсуждение теории эволюции или альтруизма у животных. Мы вас предупредили. И вот, пожалуйста, следующее объявление от того же научного клуба «Другие книги» книжного магазина «Перемен». Третье занятие – научный Хогвартс. Уход за магическими существами. В этот раз мы будем разбираться, зачем нужны зоопарки, что такое обогащение среды и зачем оно нужно, что такое биоразнообразие и как его сохранить, как зовут коллег Ньюта Саламандера, какую музыку любят коровы, а карпы, что значит страшное слово стереотипия, почему важно изучать поведение животных, ну и так далее. То есть зачем я привожу эти примеры? Чтобы продемонстрировать, на какой иной, более глубокий уровень сегодня выходят разговоры о животных с детьми. Мы уже не говорим о том, какие милые кошечки, как за ними ухаживать, да? Мы говорим, а что такое стереотипия? А почему важно изучать поведение животных? А как сохранить биоразнообразие? То есть уже столько много интересных научных знаний о животных накопилось, и мы так хорошо их обработали и уложили в голове, что, ну, мы уже в состоянии обсуждать это с детьми. И вот эти сложные темы, они чем дальше, тем чаще приходят в детское сознание, в детские разговоры и как-то помогают ребенку выстраивать мировоззрение и представление о мире животных, о природе в целом. То есть наши представления о животных, они усложняются. И вместе с нашими представлениями усложняются и представления детей. Мы не только более гуманно к ним относимся, но и мы больше о них знаем и больше об этом говорим. Забегая вперед, поскольку я об этом буду говорить, и это, мне кажется, важно, я скажу, что не меняются формы работы с детьми. Меняются темы и меняется содержание бесед. Ведь, по сути, что делают в клубе другие книги? С детьми разговаривают, читают тексты, обсуждают их, задают детям вопросы, слушают ответы детей. Ничего сложнее, интереснее и эффективнее умной, хорошей беседы, хорошо выстроенного полилога до сих пор никто не придумал. И когда мы говорим о новых формах работы с детьми, нужно об этом помнить, что любая новая форма – это хорошо забытая и осмысленная старая, или не забытая, но просто наполненная каким-то новым содержанием. Мне кажется, важно время от времени, ну, как бы повторять это для себя. Что в книжках о животных? Вообще говорят о том, что сейчас в литературе о животных такой некий, вообще в литературе некий зоологический поворот, но на самом деле это касается только научно-популярных книг. А в целом, если смотреть всю литературу о животных и пытаться как-то ее сегментировать, то она состоит из более-менее многих десятилетий. Это прикладная литература, как там ловить карпа, как разводить гусей, как доить корову и так далее и тому подобное. Вот это вся литература о том, как взаимодействовать с животными в самых разных аспектах. Это научно-популярная литература, где мы говорим о самых разных аспектах изучения животных учеными и применения их теории в практической жизни. Это экологическая литература, когда мы говорим о животных в контексте всего этого биоразнообразия. Это мемуарная литература, которая у нас очень любима. Даже сейчас, если мы заглянем на сайт, допустим, LiveLib и посмотрим топ-100 книг о животных, то первые 4 места занимают книги Джеймса Хэриота, а это что? Это воспоминания деревенского ветеринара.
много, достаточно частей было издано. Ну вот они читаются, читаются уже много десятилетий. По-моему, в 70-е годы впервые вышла книжка Хэриота на русском языке. А после Хэриета, ну вы уже догадались, идет, конечно, Даррелл. То есть пятое, шестое, седьмое место занимают книги Джеральда Даррелла. То есть вот среди всех книг о животных, которые читают взрослые люди, самые любимые – это мемуарные книги, где человек честно, беспрекрасно рассказывает о своем взаимодействии с животным. Но это, конечно, художественная литература, где через выдуманные сюжеты осмысляется проблематика человек-животное. Ну и фантастическая. Книги о драконах, книги о динозаврах, всякие «Затерянный мир» Конан Дойля и так далее. И тут надо сказать, что вот эти разделы во взрослой и в детской литературе, они примерно соотносятся. То есть дети тоже читают книги о научно-популярные, прикладные, мемуарные, ну просто адресованные их возрасту. Я тут единственное, что не указала, это стихи о животных. Стихов о животных тоже очень много. Но будем считать, что это относится к художественной литературе, просто не проза, а поэзия. Так вот, зоологический поворот. И это то, на чем следует остановиться отдельно, поскольку это тоже показывает некие изменения в том, как мы мыслим о животных, как мы их понимаем. Именно сейчас выходит очень много книг для взрослых, научно-популярных книг, которые оказываются неожиданно популярными, ну, неожиданно любимыми читателями. Их издают, их покупают, их обсуждают постоянно в интернете. И в этих книгах речь идет о каких-то неожиданных для нас фактах о животных, которые помогают нам лучше их понимать и ну, глубже воспринимать, вот более панорамно видеть всю эту ситуацию с животными. Я укажу лишь несколько. Ну вот, например, книги об отношениях человека и животного в контексте эволюции человека. Это книга Хела Херцога «Радость, гадость и обед». Тут самые разные аспекты отношения человека и животного рассмотрены. Например, а зачем нужны петушиные бои? А почему одно время самой популярной породой собак был ротвейлер, а сейчас самая популярная порода собак – это лабрадор? А почему вот есть люди, среди которых модно приручать волков? А как вообще растут цыплята-бройлеры, да, которых мы едим на кухне и так далее. То есть масса аспектов взаимоотношения людей и животных. Ну и Херцог делает какие-то достаточно бесспорные выводы. Например, то, что милых и пушистых зверьков типа котят мы любим, да, а каких-нибудь зубастых с голой сморщенной кожей и маленькими глазками, вот они нам, например, не нравятся. Хотя, ну, реальных каких-то причин для этого нет. Вот сравнить, да, белку и крысу. Очень близкие по поведению, по повадкам существа. Но белки нам нравятся, мы им умиляемся, а крысам нет. Вот Херцог, он разбирает вот эти аспекты, почему наше отношение, чем оно определяется, наше отношение к разным видам животных. Ну и приходит к выводу в итоге, что, в общем, наименее любимое животное у человечества – это змея. Отчасти это объясняется тем, что змея может быть опасна для жизни, ядовита, но не только этим. И еще одна книга об отношениях людей и животных «Как приручить лису и превратить в собаку». Эта книга еще не вышла, она появится где-то в ближайшие 2-3 недели. Вот издательство Alpina Nonfiction опубликовала анонс. Мне кажется, для нас это очень важная книга. Почему? Потому что она посвящена Новосибирску. Она посвящена эксперименту, который вот уже третье десятилетие проходит в Новосибирском академгородке. Эксперимент по доместикации лис. Попытки сделать лис ручными. Зачем проводят этот эксперимент? Что он уже показал, как он изменил представление ученых об эволюции, как он изменил представление ученых о поведении животных, обо всем этом
написана эта книга. Автора у нее два. Один ученый из-за рубежа, второй ученый, соответственно, российский. Один из участников вот этого эксперимента новосибирского. И книга вышла, понятно, не только на русском языке, на английском языке она тоже вышла. И там, ну, как-то достаточно активно читается и обсуждается этот эксперимент. Кстати, об этом эксперименте целая глава есть и в книге Хела Херцога «Радость, гадость и обед». Вот этот наш новосибирский опыт обсуждается. Еще примеры. Вот, пожалуйста, серия издательства «Альпина нонфикшн» о сознании и интеллекте животных. «Душа осьминога, эти гениальные птицы и что значит быть собакой». Ученые, книга, автор книги про собаку – это ученый-зоолог. Автор книги про птицу – это тоже ученый, который занимается изучением птиц. И автор книги про осьминога – это научный журналист. Ну, писала с использованием мнений научных консультантов. Вот «Душа осьминога» вышла в прошлом году, и мне кажется, все мои знакомые прочитали эту книгу. То есть это не только крайне любопытно узнать, что, оказывается, осьминоги очень умные, что они могут разгадывать головоломки, что они могут двигать кубик Рубика. Ну, то есть действительно какой-то невероятный, очень глубокий интеллект, при этом крайне отличный от человеческого. Но важно не только то, что мы это узнали, но и то, что очень многие об этом хотят прочитать и узнать лучше. То есть это вот, ну, вот такой аспект нашего отношения к животным и показатель вот этого самого зоологического поворота. Ну и последние три примера тоже книги о поведении животных, в которых говорится не только о том, что ученые нынче знают о животных, но и о том, каким образом они это выясняли. Например, книга «Умнее ли ты, шимпанзе», которая вышла в прошлом году в издательстве Individuum Publishing, в ней изложено несколько десятков экспериментов по изучению интеллекта животных и предложение человеку тоже пройти те же самые головоломки. Ну, например, там один из экспериментов, только один пример приведу, они все ужасно интересные. По способам выбора самой короткой и безопасной дороги. Так вот, оказывается, муравьи справляются с этой задачей быстрее, чем люди. То есть, когда им надо найти путь от муравейника, допустим, до источника пищи, их коллективный интеллект умеет более эффективно решать эту задачу, чем, ну, вот индивидуальный интеллект такого умного человека. Каким образом это выяснили, как проходило, как вообще проводятся такого рода исследования, это все подробно изложено в книжке. Ну, то есть вот, что я хочу всеми этими примерами сказать, что несколько десятилетий назад такого рода книг с такими глубокими рассказами, их не было ни в продаже, ни в фокусе массового интереса. То есть, когда простой человек сидит и с интересом изучает книгу про поведение шимпанзе. В заключении вот этих всех историй про книги о животных я упомяну последний подкаст проекта «Полка». Он очень удачно вышел к нашему вебинару. Буквально позавчера он появился. Подкаст, который называется «О мышах и людях». И он вышел как раз к дню рождения Виталия Бианки. И там довольно много говорится о Виталии Бианке, его сказках о животных. Но кроме того, достаточно много авторы подкаста говорят вообще об эволюции образов животных в мировой литературе. И, ну, как мы по-разному воспринимаем животных и как это меняется на протяжении времени. Ну, конечно, особенно интересно мне было слушать про Бианки, потому что я узнала массу фактов о самом писателе, о которых не имела до сих пор представления. Я не буду пересказывать, но надеюсь, что вы сами, ну, чтобы вы сами могли получить удовольствие от вот этого умного разговора. Подкаст не очень длинный, он 37, по-моему, минут длится.
Так вот, это было, что касается книг о животных для взрослых и о том, что взрослые сейчас читают больше книг о животных, и эти книги отличаются от популярных книг, там, которые были несколько десятилетий назад. Что происходит в детской литературе о животных? Но тоже есть познавательные и художественные книги. При этом явно видно, что больше новизны, больше каких-то экспериментов и интересных практик в области познавательных книг о животных. А вот в области художественных книг о животных все достаточно традиционно. То есть также мы видим реалистичные книги о животных, сказочные, где там говорится о семье каких-нибудь зайчиков, хотя это на самом деле там речь идет о человеческой семье. Есть книжки-картинки для маленьких о животных, опять же, начиная от Лисы, мышонок, Бианки и заканчивая какой-нибудь книжкой про мяули английского автора Джудит Кэр. Ну, то есть вот в направлении художественной литературы, в формах и в этической оценке, а именно, что нам нужно быть добрыми по отношению к животным, защищать животных, помогать животным. Вот в этом смысле все примерно так же. Единственное, что новое тут, это новые реалии. Ну вот я уже говорила, например, все чаще в детских книгах упоминаются, допустим, приюты для собак и кошек, которых раньше просто не было. А вот в познавательных книгах там дают о себе знать те же самые тенденции, которые были заявлены во всех остальных познавательных книгах для детей. А именно, становится больше книг на узкие темы. Эти книги очень интересно, ярко оформлены. Эти книги скорее развлекательные, они не скучные. И авторы очень стараются сделать их не скучными. И они направлены скорее на развлечение, на то, чтобы зажечь интерес к теме, но не на то, чтобы сформировать какое-то системное, непротиворечивое знание на эту тему. То есть предполагается, что пусть книжка увлечет ребенка, а вот это самое знание он сформирует как-нибудь еще, с помощью каких-то еще книжек или с помощью вообще других средств, или в школе начнет изучать это очень тщательно. Ну, как-то разговор на эту тему не очень часто ведется, но отчасти, мне кажется, это может даже стать проблемой. Когда человек знает много интересных, занимательных фактов, но не очень понимает картину в целом. Ну и таких книг достаточно много. Опять же, очень немногие примеры привожу. Например, вот познавательные книги о животных для детей, ну и о животных и о природе для детей последнего времени российских авторов. Переводных я уже тут не брала, но потому что слишком много материала. Например, книга Ольги Посух «Микросупергерои», которая в прошлом году вышла в издательстве «Самокат». Книга о тихоходках. Ну, во-первых, раньше никогда не было книги о тихоходках. Их, собственно, относительно недавно начали изучать. И это, ну, совершенно новое, не только для нашей детской литературы, а для детской литературы вообще. Книга о таком животном. Но кроме того, о чем там говорится? Не о том, что вот оно пушистое, у него столько-то лапок, у него такая-то кожица и такого-то цвета глазки. Вовсе нет. Ольга Посух описывает, что у тихоходок таким образом функционируют молекулы белка, что они позволяют тихоходкам иметь такие-то, такие-то свойства. То есть, о чем я говорю? Опять же, идет ориентация на какое-то глубокое, новое научное знание по этому предмету. Или вот книга «Древнее чудовище России. Палеонтологические истории для детей и взрослых». Ну, казалось бы, миллион уже книжек о динозаврах, которые пишутся уже многие десятки лет, с тех пор, как этих динозавров открыли. Но вот такого плана обобщающего повествования о тех динозаврах, которые жили именно на территории России, чтобы именно для детской аудитории, до сих пор не было. Ну или книга о бионике. Опять же, несколько десятилетий назад, пожалуй, очень немногие школьники могли сказать, что такое бионика. Сейчас это достаточно общее знание.
Что до художественных книг о людях и животных, то я уже сказала и повторю это снова, тут более-менее традиционно. То есть примерно как мы говорили об этом в книгах в советские времена, примерно так же мы продолжаем говорить об этом сейчас. Ну, с учетом того, что появилось что-то новое просто в нашей жизни. Ну, мы по-прежнему говорим о добром отношении, о дружбе, о красивых трогательных глазах зверей, ну и так далее и тому подобное. Какие новые книги? Ну, тут опять же можно упомянуть много десятков. Я выбрала некоторые. Например, книга Маши Слоним «Письма с моей фермы», где она описывает свою жизнь у себя в загородном доме, вот в компании самых разных домашних животных. Или вот, например, повесть Ольги Фадеевой «Каравелла и я» про девочку, которая приехала к бабушке в деревню и подружилась с коровой. Вот она впервые увидела корову, ну и узнала, как с ней можно взаимодействовать. Вот что, на что я хочу обратить внимание, это появление такого прямого разговора об утрате любимого питомца. При этом, опять же, мы не можем сказать, что раньше не было этого в нашей литературе. История о том, как умерла любимая собака, любимая кошка, какой-то, ну, любимый питомец, да, ну, их полным-полно. Вы сами назовете там как минимум 2-3 рассказа советской детской литературы. Но в основном они были адресованы все-таки читателю-школьнику. А вот это относительно новое явление, это книга для дошкольника о потере питомца. «Прощайте, господин Маффин». Это книжка-картинка про то, как умирает старая морская свинка. И эту книжку-картинку предлагается читать и обсуждать вместе с дошкольником. Книжка еще не вышла, она появится в ближайшие недели в издательстве «Белая ворона». Из книг о собаках, потому что если взять все книги о животных детские и разделить их, там вот это книги о пчелах, это книги о волках, это о медведях, это о тех, понятно, что самые большие стопки это будут книги о кошках и книги о собаках. Ну вот из книг последнего времени что запомнилось? Наверное, это юмористическая книга Барановского «Собачий вальс» о том, как мальчик с папой собираются заводить собаку. И обсуждают, стоит ее заводить, не стоит. Ну и в конце все-таки заводят. Каким образом? Они берут щенка из собачьего приюта. Это юмористическая книга. А другое дело повесть Евгении Басовой «Деньги, дворняги, слова». Она тоже выстроена вокруг приюта. Приюта, в котором работает главная героиня, девочка Валя, которой 13 лет, и ее мама, которая тоже работает в этом приюте. И эта книга не столько о собаках, это книга о Вале и о ее семье. Но там очень много собак, очень много разговора о приюте и об отношении к животным. А книга Аси Кравченко «Куда бежишь?» про лабрадора, который потерялся, нашел себе на улице друга, дворнягу-фонарщика. Ну и такой там почти трагический конец, где фонарщика сбила собака. И добрая девушка берет этого фонарщика, хватает, ловит такси, везет его к ветеринару, а лабрадор благополучно возвращается к своим хозяевам. Тоже там так или иначе звучит тема такой современной помощи животным. Взять дворнягу и тащить ее срочно к ветеринару, чтобы этим занимался взрослый человек в литературе, ну, не слишком это раньше распространено, сейчас как-то больше вот этого опыта у нас стало. Ну, из переводных я тут поместила на слайд только одну книгу, Юта Рихтер «Я всего лишь собака». Это достаточно традиционный прямой рассказ от лица животного о его жизни в обычной семье. И тут нет совершенно никакой новизны, что говорит о том, что помимо каких-то упоминаний о новых явлений, вроде собачьих приютов, в общем и целом наш разговор о собаках, он ну, как-то нашел однажды свою тональность и до сих пор в этой тональности продолжается.
Что касается кошек, то тут я заметила такую закономерность, которую еще нужно, конечно, подтверждать. Ну вот я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я обратила внимание на то, что коты гораздо чаще собак становятся участниками сказочных сюжетов. И каких-то сказочных котов, которые что-то умеют там разговаривать, колдовать и так далее, их, в общем, в литературе больше, чем аналогичных волшебных собак. Из особенно популярных книжек о котах последнего времени я, пожалуй, отмечу вот эту историю про кота Боба, которая вышла в десятках вариантов на всех языках. И в России она тоже очень популярна. Что касается российских книжек, то очень хорошей мне показалась сказка Ольги Фадеевой про Котофеев. Она выходит в издательстве «Речь» вот уже третий год подряд. Это три части приключений Котофеев, и в этом году вышла книга, в которой все три части под одной обложкой. Это тоже обычные коты, одного из которых нашли, подобрали на улице, а второго купили, он породистый кот. И эти самые коты нашли волшебную шапку, и с помощью этой шапки они летают в новогоднюю ночь, кому-то помогают. То есть вот тоже такой сюжет с фантастическим элементом о котах. Ну и вот тоже книжка издательства «Речь. Лучший бантик на свете». Это история для дошкольников. Очень традиционная, о котенке и кошке. Вот такая история могла появиться и во времена Маршака. Ну, появилась сейчас, и она, ну, в равной степени такая же хорошая. Когда мы говорим о занятиях по книгам о животных из коротких списков произведений Книгуру, мы с чем сталкиваемся? В первую очередь с тем, что животное – это такая традиционная тема для младших. Животных мы чаще обсуждаем с дошкольниками, а с подростками мы уже говорим о чем-то другом. И это первая проблема, что у нас нет как-то особых идей, как углубить тему для старших. Понятно, что школьники 5, 6, даже, наверное, 7 класса с удовольствием еще пообсуждают своих личных кошек и собак. Но когда к нам приходит 8, 9, 10 класс, ну как-то уже не очень уместно говорить с ними вот так, в контексте личного опыта. А как? Вот это вопрос. Я надеюсь, что у вас есть на него какие-то ответы, полученные вот в ходе вашей библиотечной практики. Будет здорово, если вы поделитесь. А вторая проблема состоит в том, что если мы начинаем говорить о животных, о природе по-честному, мы сталкиваемся, ну, с ужасно грустными вещами. Мы сталкиваемся с бесчеловечностью, с проблемой исчезновения видов, с тем, что на наших улицах ходят догхантеры и так далее. И тут сразу встает вопрос, насколько глубоко мы можем обсуждать эту тему с детьми. Потому что страшные тяжелые вещи, ну, это может быть травматично. Это вы без меня знаете. Ну и, наконец, вот подростки, они уже изучили зоологию, они что-то знают о животных с точки зрения, ну, хотя бы систематики. Вот стоит ли уходить в сторону научно-популярного обсуждения с ними, или имеет смысл говорить, ну, вот в этическом разрезе, в контексте того, как мы будем относиться к животным? Ну, вот это тоже вопрос. Есть некоторый ответ на него. Все-таки, как я понимаю, в разговоре с детьми, которые там не пришли на кружок юных натуралистов, чаще всего именно первый путь выбирается. Не знаю, насколько это правильно, не уверена. А вообще методы работы с темой животных в библиотеке, они достаточно очевидны и прозрачны. Я написала 20, совершенно не задумываясь. Я думаю, что вы легко к ним можете добавить еще 20 и так далее. И распределить их по самым разным возрастам. А что я хочу сказать? Что изобрести что-то новое у меня не получилось, честно говоря. То есть можно провести викторину о животных, можно устроить встречу с ученым-зоологом, можно устроить конкурс там рисунков «Мое домашнее животное». Можно устроить конкурс эссе, делать какую-то поделку. Может быть, у вас есть интересный, не знаю,
человек на примете, который держит дома ящерицу, он может прийти рассказать о них детям. Ну, то есть вот все такого плана истории. Либо встреча с животным, либо творчество, ой, либо встреча, простите, не с животным, встреча с человеком, который работает с животными. Либо это какое-то творческое задание, либо это чтение книги, просмотр фильма и беседа. Ну и последний вариант, наверное, более-менее новый для нас, это проведение какой-то акции в помощь животным, когда мы что-то собираем для приютов, когда мы просто популяризуем деятельность приюта, рассказываем о ней и так далее. Вот это то, что не так давно начали проводить. Все остальное делали и продолжают делать. Я думаю, что и стоит продолжать оставаться в рамках этих практик, но просто придумывать актуальные темы, наполнять их актуальным содержанием, эти практики. Что написали наши авторы из книги «Ро животных»? Написали, надо сказать, довольно много. И это те самые книжки, которые хорошо издаются. Вот, например, на тему защиты животных и о диких животных. Какие произведения? Это, конечно, Станислав Востоков, которого я уже упоминала с самого первого вебинара, о нем говорю и, наверное, еще не раз скажу. Это Евгений Рудашевский, которого тоже вы прекрасно знаете и читали. Книга про дельфина Бзоу, книга про детеныша байкальской нерпы, куда уходит Кумуткан. И произведение Анатолия Орлова, лесника с острова Сахалин, истории, которые нашептали деревья. Не столько о животных, сколько вообще в целом про лес. Ну вот все упомянутые на предыдущем слайде рукописи, они уже вышли. Вот уже появились книги. Эти книги можно заказывать в библиотеку, если есть такая возможность. Если нет такой возможности, заходить на сайт Книгуру и пользоваться онлайн-текстами, которые выложены в открытый доступ. О чем можно поговорить в контексте вот этой темы диких животных и защиты животных? Ну, я думаю, что набор бесед, он достаточно очевиден. При этом я опять же призываю забыть о том, что это тема для разговора с маленькими. Вот та же самая культура поведения в зоопарке, которую мы не так часто обсуждаем с подростками, мне кажется, это очень актуальный вопрос. Стоит прийти в зоопарк, посмотреть, как себя ужасно ведут взрослые люди с животными, когда они там пихают обезьянам шоколадные конфеты или суют руки в клетки медведям. Ну, ощущение такое, что с ними как бы вовремя не поговорили о культуре поведения в зоопарке. То есть это вот какая-то тема актуальная для любого возраста. Просто нужно найти соответствующие этому возрасту слова. Ну и вообще в контексте зоопарков очень много того, что можно и стоит обсудить. Например, зачем нужны зоопарки? Это может быть беседа в плане профориентации, да, кто вообще работает в зоопарке, куда мне пойти учиться. Я хочу работать в зоопарке, куда мне пойти учиться. Вот эту проблему решал герой Стаса Востокова, брат Юнат. Да? Почему нельзя в зоопарке, чем попало, кормить зверей? Ну или, например, если у вас творческое занятие, это вы можете не рисовать животных, поскольку это просто очень банально рисовать животных, да, а нарисовать, придумать коллективный проект зоопарка и подумать, чего вообще в зоопарках не хватает, а от чего лучше вообще избавиться. И надо сказать, что детям наверняка могут предложить какие-то нетривиальные решения для таких проектов. На сайте Арзамас есть очень хорошая публикация о зоопарках. Я призываю ей пользоваться тем, кто будет работать в этом направлении. Ну и не забываем, конечно, про настольные игры, если они есть, или кто-то из читателей готов подарить в библиотеку. Именно на тему животных, опять же, есть игры, которые подходят подросткам. Например, где нужно расселить животных по карте мира. Это уже, соответственно, ну, старше 6 класса точно должен быть среднестатистический ребенок. Или вот, например, «Секреты планеты», игра с карточками, где тоже масса-масса таких сведений, которые не очевидны для маленьких, но уже хорошо понятны подросткам. Ну, то есть вот если есть возможность
привлечь настольные игры или кто-то, кто вам их может подарить, вот не забывайте про этот нужный, важный ресурс. Про домашних животных тоже авторы Книгуру пишут. Привожу в пример рукописи Инги Понорницкой. Это «Дом людей и зверей». Совершенно замечательный сборник рассказов, который, к сожалению, до сих пор не издан. И это просто, на самом деле, расстройство для меня, что он не издан. Или вот в последнем сезоне была повесть Инги Понорницкой «Сашка ученый и Димка хулиган». Это, конечно, не книга о животных, это книга о людях, о дружбе студента, ну, не студента, уже молодого научного сотрудника и мальчика из деревни. Так вот, у этого молодого научного сотрудника живут породистые куры и породистая кошка. А у всех в деревне живут самые обычные куры и самая обычная кошка. И вот эти вот звери Сашки ученого, они очень важны для Димки. Ну, собственно, о чем я хочу сказать, что даже если животное не в центре повествования, все равно имеет смысл обращать внимание на него вот наших читателей. Достаточно часто в произведениях Книгуру упомянуты собаки. В прошлом сезоне первое место в конкурсе заняла книга «Под созвездием бродячих псов» Лилии Волковой. Кто читал, те знают, что речь идет о детях, которые взялись спасать собак. В произведении Ларисы Романовской «Самая младшая» мы помним там один из ключевых сюжетов, это сюжет Док-Хантера, где семья главной героини пытается вычислить, кто же травит собак и как-то противодействовать этому человеку. Ну и в произведении Марии Ботевой «Мороженое в вафельных стаканчиках» из четвертого сезона, там вторая повесть «Школа на спичке». Я думаю, что, опять же, кто читал, те помнят, там есть сюжет о помощи, о том, как дети объединяются, чтобы помочь собаке. Мне рассказывала подруга Ксения Молдавская, которая работает в Московской школе учителя, и вы ее знаете как литературного критика и прекрасного методиста, что им в школе удалось устроить встречу с полицейской собакой. Пришел полицейский с дрессированной собакой и рассказал детям о том, каким образом воспитывают вот такого рода зверей, как с ними взаимодействовать, и дети смогли задать вопросы сотруднику, вот кинологу из полиции. Вот когда я не знаю, как удалось устроить эту встречу. Может быть, есть какие-то специальные правила, там, не знаю, позвонить, договориться, записаться. Но кто работает в больших городах, мне кажется, имеет смысл попробовать организовать такую встречу. Это то, что запоминается на всю жизнь. И детьми, и взрослыми. Такой невероятный опыт. Конечно, очень много в произведениях Книгуру вымышленных животных. Это либо фантастические тексты, либо сказки. Например, «Куда скачет петушиная лошадь» Светланы Лавровой. Вот эта самая петушиная лошадь. Мы знаем, что ее не Лаврова выдумала. Это персонаж из коми-пермяцкого фольклора, которого она взяла, ну, просто и поместила в качестве персонажа своей сказки. Ну, или, допустим, «Последний мамонт» Владимира Березина. Тут он оживил мамонтов и тоже поместил их в книгу. Вот примеры изданных книг. На самом деле, они тоже почти все изданы. Сказка Григория Дикого «Белый волк», сказка Анастасии Строкиной «Кит плывет на север», тут выдуманный зверек Мамору, разумный такой зверек, он плывет на спине кита, вы помните, он ищет свой остров, а если он не найдет свой остров, то он погибнет, ему во что бы то ни стало нужно найти этот остров. Ну и «Куда скачет петушиная лошадь», который, к сожалению, тираж давным-давно распродан. Но я надеюсь, что когда-нибудь все же ее соберутся переиздать. Для любителей выдуманных животных существует тоже немало развлечений, в том числе развлечений
достаточно, скажем так, интеллектуально сложных и времязатратных. Ну вот один из примеров – это игра «Подземелье и драконы», в которую играют в основном, по-моему, взрослые, очень увлеченные тематикой ролевых игр люди. Но если у вас есть, допустим, подростковая литературная студия или какое-то другое объединение, где вы взаимодействуете с подростками от 14 лет и старше, то, возможно, стоит обратиться к этому опыту и посмотреть, каким образом играют в такого рода ролевые игры. В интернете есть довольно много описаний, выложены все тексты, мануалы, где рассказывается о том, как играть вот в игру «Подземелья и драконы» и другие аналогичные ей игры. И для этого не требуется чего-то дорогостоящего. Это набор кубиков и, собственно, большой лист бумаги. Остальное можно сделать самим. Но при этом игра может занять несколько часов, ну и она требует такого подготовленного участника. Это не то, чем мы займемся с маленькими. Ну, в общем, Книгуру это и в целом не для маленьких. Это мы знаем. Ну и, наконец, последняя категория животных кенгуру – это обычные звери, у которых есть какие-то сказочные свойства. Ну, например, кот забвения Антонины Малышевой, который совсем недавно вышел в виде книжки. Мы помним, что там кот мог посмотреть на человека, и этого человека все забывали. Ну или, например, мыши из книжек «Пешком в историю», которые живут в историческом музее, умеют путешествовать во времени. Ну, такого рода сказочные персонажи, но это при этом персонажи животных. Этого в детской литературе очень много, не мне вам, что называется, говорить. Ну вот примеры обложек этих произведений, которые входили в короткий список Книгуру и потом стали книжками. По-моему, у повести «Кот забвения» очень эффектная получилась обложка. Что можно сделать с кошками? Ну, кошки, наверное, самый простой такой вариант, с которым можно поиграть. Можно вспоминать сказочных котов, можно рассуждать, а почему вообще сказочники так любят котов? У меня нет ответа на этот вопрос. Я не понимаю, почему в книгах так много этих говорящих, умных котов. Поэтому мне всегда интересно услышать, что другие думают на эту тему. А еще на сайте Арзамас есть очень интересный тест живописный «Чей кот?», где приведены коты с разных произведений мировой живописи, и нужно угадать, какой из художников нарисовал этого кота. Вот если есть компьютер, можно предложить читателю такую игру. Ну или просто, когда он берет книжку, рассказать ему, что в интернете есть не только сеть ВКонтакте, но еще и такие интересные игровые штуки. Как можно представить книгу помимо, собственно, помимо того, что мы покажем саму книгу, да, и сверстаем презентацию PowerPoint? Ну, есть десятки интерактивных сервисов. Я предлагаю вам попрактиковаться в флип-карточках. Карточки, которые мы сами наполняем содержанием, у них есть, соответственно, две стороны. На передней мы можем разместить. Так и просто информация, которую мы представляем, и которую мы можем кому-то. Некоторым образом геймифицирован. Тут есть элемент игры, элемент загадки. В этой, в общем-то, очень простой форме. С этим будет связано домашнее задание, которое я предлагаю сделать по итогам нашей сегодняшней встречи. Я предлагаю вам прочитать одно из произведений об отношениях человека и животного из коротких списков Книгуру, а затем с помощью сервиса PlayBuzz сделать такого рода карточки на тему произведения. При этом карточки можно сделать самых разных типов. Я придумала три варианта. Первый вариант – можно поместить на них цитаты, и тогда
Да, вы эти карточки сможете использовать, чтобы проводить викторины. Второй вариант – это сделать карточки с познавательной информацией о животном, которому посвящено произведение. Ну и, конечно, их как-то красиво оформить, найти красивые картинки и разместить на них. И третий вариант – это разместить тоже познавательную информацию, но не о животном, а о зоопарке, заповеднике, приюте, ну или другом каком-то учреждении, которое занимается животным и находится в вашем городе, регионе, оно знакомо вашим читателям. Ну вот Новосибирску, Новосибирской области в этом смысле более-менее легко, у нас очень хороший зоопарк, но я думаю, что везде можно что-то такое интересное найти. Как сделать такие карточки? В интернете есть довольно много пошаговых инструкций, если вы еще не имели дело с этим сервисом. Вам понадобится инструкция. Самая, по-моему, логичная и доступная находится вот по адресу сделано.media/flipcards. Если пройти, там просто пошагово с картинками показано, как их делать. И когда вы их сделаете, ссылку на готовое задание, как обычно, вставляем в нашу форму. Ну и, собственно, пара ссылок из того, что о том, что я говорила. А на этом у меня все о зоологии кенгуру. Это, наверное, самая простая и самая, нет, скажем так, необъемная из наших тем. Больше в феврале вебинаров о кенгуру не будет. Следующие вебинары о кенгуру будут уже в марте. Мы поговорим о детективах кенгуру. И о познавательных текстах кенгуру, нон-фикшн кенгуру будет у нас тема. Спасибо всем, что пришли. Мы ждем ваших домашних заданий. Их всегда очень интересно смотреть. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. И до встречи. Кто придет на следующей неделе, я буду рада. На следующей неделе у нас очередной вебинар о новинках детской литературы и новостях о детских книгах. Всего доброго и до следующей встречи.